кажется, что жизнь любого человека похожа на фильм, который когда-то снял гениальный режиссер. Но почему-то порой не смонтировал фильм до конца. Он классно снял начало. Что-то хорошее в середине, а потом вдруг где-то раз и оборвал. Может быть, потому что устал. Может быть, потому что надоело. Может, потому что просто запил, как это часто бывает с талантливыми людьми. А может быть, просто потому что сам внезапно ушел. Эти фильмы, эти странные кусочки из жизни, так и не смонтированные до конца, остаются в нашей памяти. Иногда в наших сердцах, в сердцах очень близких людей. Которые вспоминают, глядя эти обрывки замечательной чьей-то жизни, и тоже не могут составить целиком всю картину. Андрей Миронов. Андрюша. Как ласково звала его вся страна. Андрей Миронов. Его любили все, потому что видели в нем не только яркого, талантливого артиста, но и очень светлую личность. Он умер в 46. В 46 лет. В Риге. Летом 1987 года. Его смерть вызвала настоящий шок. Как это нет Миронова? Как это? С его искрометным юмором, талантом. Как? Интересно, Андрюша всегда говорил, что любит короткие истории и анекдоты с неожиданным концом. Какое странное совпадение. Он что, предвидел, что его собственная история оборвется так рано и внезапно? Но было ли все, что случилось в Риге, неожиданным? Может быть, напротив? Смерть Андрея Миронова стала логичным завершением цепочки каких-то странных, но предопределенных событий. «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» Бомарше. О, я видел этот спектакль. Это был бурлеск. Блестящая роль, одна из лучших ролей Андрея Миронова. Повторяю, блестящая роль. И это был последний спектакль, в котором зрители увидели Андрея Миронова на сцене. 14 августа 1987 года прямо на сцене Рижского оперного театра, не успев договорить свой финальный монолог, он потерял сознание. Мы остановимся на этом мгновении и отмотаем пленку на 24 часа назад. Итак, что же происходило в эти последние часы сознательной жизни Андрея Миронова? Сознательные, потому что еще
Полутора суток он провел в коме и умер, не приходя в сознание. Андрей Миронов возвращался из Риги со своего концерта в Юрмалу в санаторий Яункемери. Изначально в графике гастролей этот вечер был у него свободным. Но случилось непредвиденное. Неделю назад умер один из ведущих актеров театра «Сатира» Анатолий Дмитриевич Папанов. Театр оказался в сложной ситуации, и дирекция попросила Миронова заменить своими сольными концертами те спектакли, в которых должен был играть Папанов. Для зрителей это была, в сущности, равноценная замена. Актерский тандем Миронов-Папанов пользовался невероятной популярностью. Вот дам тебе просто коленом и вылетишь с моего участка. Мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Ну что такое коленом? Ну зачем? А чего ты задаешь, зять? Ты кто такой есть? Это моя дача. Не ссорьтесь, умоляю вас, рабочие услышат. Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. А ты это докажи. Да перестаньте же, ну. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Чего же так? Не трожь собачку. Машина им жены, дача на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему бы я, человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться? Почему я не могу жить свободно, открыто? Андрей понимал, что обязан согласиться на замену предложенную дирекции. В этом он видел свой долг не только перед родным театром, но и перед памятью Анатолия Дмитрича, которого искренне любил. С этого момента свободных вечеров в графике не осталось вообще. Нагрузка оказалась тяжелейшей. И теперь, отработав очередной сольный концерт, он возвращался в Юрмалу. В Юрмале с начала гастролей Андрей жил в гостинице, занимая номер люкс. В соседнем номере остановилась его жена Лариса Голубкина с дочерью Машей. Но накануне Лариса решила вернуться в Москву, и Андрей переехал в санаторий Яункемери, в котором отдыхала его мама Мария Владимировна Миронова. Она всегда была для Андрея непререкаемым авторитетом и строгим судьей его творчества. Этим вечером они долго разговаривали. Как вспоминала потом Мария Владимировна, Андрей был в прекрасном настроении, говорил о гастролях, о том, как хорошо их здесь принимают, много шутил, рассказывал забавные истории, но ночь он провел беспокойно. Едва заснув, Андрей внезапно проснулся. В номере было душно. Снова, как и накануне, когда он жил еще в гостинице с Ларисой, сильно болела голова. В этот вечер он попросил Ларису сделать ему массаж, а после которого почувствовал себя несколько лучше. «Тебе надо отдыхать, Андрюша», — сказала тогда Лариса. Она хотела померить ему давление, но у них и ни у кого из знакомых, живших рядом, тонометра не оказалось. Андрей вышел на балкон. Ночь была теплая, светлая. Он думал о предстоящем спектакле «Женитьба Фигаро». Ах, сколько раз он играл эту роль. И тем не менее, перед каждым выходом на сцену он всегда волновался. И не только перед Фигаро, перед каждым спектаклем. А Ширкнинг сначала твердил: «Андрей, так нельзя, ты псих, но ты ненормальный, что ты делаешь?» А потом махнул рукой, видя, что все бесполезно. Наверное, понял, что Андрея не переделать. Впрочем, это касалось не только театра. Он также скрупулезно относился к своей работе в кино. По словам Ширвинта, Андрей работал страстно, много, полезно, талантливо. Он репетировал и все равно был недоволен результатом. Он был уверен, что можно еще лучше. А со стороны... Со стороны казалось, что играет он настолько легко, что большая часть его игры – это экспромт, импровизация. Это уникальный человек. Понимаете, вот в нашем деле
только труд. Только труд. Вот он никогда не делал степ, а в трехгрошовой опере он должен был это делать. Он каждый день, у нас инструмент стоял вот на этой стороне, около инструмента лежала дощечка, он включал музыку и стучал целыми днями здесь. Он не мог вот просто так, все равно обаятельный, все равно талантливый, все равно, значит, сыграю. Нет, он пока не сделает вообще, не отработает каждое вообще движение, не каждое. Это потрясающе. В ванной вот мылся и все время репетировал. Отработка, да? Что ты смеешься? Ты иди попробуй. Сидит, смеется, мне нравится. Все ему весело, да? А этот, он у меня тоже. Наверное, сейчас, глядя вот на этот мячик, он снова вернулся в те далекие детские годы. Боже ж мой, как он любил футбол. Это было огромное детское увлечение Миронова. Футбол, футбол. Мама тогда была категорически против этого увлечения. Она хотела, чтобы Андрюша занимался музыкой. Но футбольная страсть была такой сильной, что родители сдались, и футбол стал наградой за занятия в музыкальной школе. Мирон, как звали Андрюшу друзья, был отличным вратарем. И несмотря на свою полноту, которая отличался в детстве и в юности, он с легкостью брал самые сложные мячи. Полнота. Боже мой, она всю жизнь была проблемой Андрея Миронова. Всю жизнь он с ней боролся. Впрочем, к этой теме мы скоро вернемся. Прежде чем лечь спать, Андрей решил немного прогуляться в парке. О чем он думал в те минуты? Может быть, этот приступ головной боли напомнил ему 78-й год? В тот год он напряженно работал. Спектакли, съемки, концертные гастроли по всей стране. Накопилась усталость. А осенью гастроли театра «Сатиры» в Ташкенте. Неожиданно на репетиции Андрей почувствовал страшную головную боль. Встал вопрос о срочной госпитализации, его привезли в одну из ташкентских клиник. После долгих колебаний врачи поставили диагноз – серозный менингит. Диагноз оказался неверным. На самом деле у Миронова произошел микроразрыв сосудов головного мозга. В этих нескольких строчках содержится, по сути, приговор. Если б знать это тогда, наверное, в этом случае можно было бы провести полное обследование. Уже после того, что случилось в Ташкенте, и выяснить причину еще тогда, 9 лет назад. А значит, можно было бы, вероятно, предотвратить то, что теперь оказалось неизбежным. Но это выяснилось позже, лишь в Москве, где ему долго пришлось лечиться. В чем вообще опасность этого заболевания? В том, что после первого кровоизлияния, если больной его пережил, через некоторое время возможно повторное, более тяжелое кровоизлияние. Повторное кровоизлияние возникает примерно в 25-30%. А неблагоприятный исход, то есть развитие смертельного исхода, возникает почти в 68-70%. Я не исключаю, что у Андрея Александровича было два эпизода кровоизлияния. Первый в Ташкенте, который навел на неточный диагноз менингита, а повторное кровоизлияние, более тяжелое, которое оказалось фатальным, произошло немного позже в Риге, которое привело к неблагоприятному исходу. В это утро Андрей договорился позавтракать вместе с Александром Анатольевичем Ширвиндом. В последнее время, стараясь сохранить форму, Андрей ограничивал себя в еде особенно. Особенно в те дни, когда предстояло играть в «Фигаро». Только кофе и сыр. Колбасный сыр. О, это была его слабость. Колбасный сыр, знаешь, такой, как
кусок не по колбасы, только с белой этой самой абсолютной резиной. Ну вот он это обожал. Но там он был свежий в Риге, потому что там его делали. Потому что когда он доползал до Москвы, где-то он брал, это была абсолютная жвачка. Все равно где-то его доставал, потому что колбасный сыр. Вот колбасный сыр, кофе, как всегда. После завтрака к ним присоединилась Лариса, и они все вместе отправились на теннисные корты. Андрей очень любил теннис и не упускал случая поиграть особенно с сильным противником. На этот раз Андрей ожидал встречи с профессионалом. У меня был такой знакомый, он бывший был мэр Юрмала, который построил несколько кортов там, Ярослав Калагурский. И я познакомила Андрея с ним, и он дал ему этот корт. И более того, он пригласил тренера. Тренера, достаточно известного в Латвии, который буквально несколько часов тренировал Андрея. Профессиональный тренер, приглашенный на игру с Андреем Мироновым, старался угодить любимому актеру. Он знал, что Андрей хотел активной игры, а потому гонял его по всей площадке. Все было бы хорошо, если бы не один факт. Многие близкие знали, что Андрей боялся полноты и старался согнать вес, не только занимаясь спортом или усмиряя свой аппетит. Знали и то, что он иногда применял ухищрения, которым пользовались спортсмены. Ну, чтобы похудеть, они все время тренировались, обматывались полиэтиленовыми пленками. Август 87 года в Юрмале выдался необыкновенно жарким. В тот день уже в 11 утра солнце пекло невыносимо. Оно стояло прямо над самым кортом в зените, и под палящим полуденным солнцем Андрей носился по корту, обмотанный этим полиэтиленом. И как сейчас помню, тогда и пакеты эти целлофановые, где сейчас в любой москательной лавке и в киоске это дают пачки, тогда это было все-таки новшество. И все-таки, особенно такие плотные, хорошие, все-таки нашли эти пакеты. Не помню, кто из девок, может, даже Лариса, из этих целлофановых пакетов скроила, знаешь, вот эту, один пакет был майка такая, а другой пакет, где-то здесь заштопанный или скрепный чем-то, был такими трусами. И вот эти три целлофановых пакета было надето на голое тело под это вот... И он в этом кошмаре, в этом вот в трех пакетах, значит, играл в теннис. Андрюша был пунцово-красный. Он был одет в какие-то совершенно необыкновенные спортивные целлофановые одежды. И когда мы набросились на него и стали его ругать, и говорить, ты же пунцовый, он несколько часов буквально гонял. Он говорит, ребята, я гоню свою форму, я приобретаю ее, и я сгоняю вес. После игры Андрей с Ларисой посидели в кафе, потом на машине Андрея поехали в санаторий, пообедали. И Андрей повез Ларису в гостиницу. Возле рынка Лариса попросила его остановиться, вышла из машины. Она шла к рынку и все ждала, когда же Андрей ее обгонит. Я пошла через... Вот по переходу пошла налево и думаю, что-то он не едет. Ах, думаю, он на меня смотрит. Я повернулась. На меня, конечно, никто не смотрел. Но я увидела в профиль его лицо. Вот я запомнила его на всю жизнь, это лицо. Он был очень сосредоточен и что-то делал в машине. Вернувшись в санаторий, Андрей принял душ. Потом позвонила Лариса и передала просьбу Шуры Ширвинта, чтобы перед спектаклем Андрей заехал за ним. Немного отдохнув, Андрей зашел к директору санатория Михаилу Малькиелю, давнишнему другу его родителей. Они давно не виделись, а потому, немного поговорив, решили продолжить встречу вечером. Приближалось время вечернего спектакля. В Рижский театр Андрей всегда ездил на своей недавно купленной красавице BMW. Она была списана из автопарка управления дипломатического корпуса УПДК. Таких в Москве было всего, может быть, пара штук.
Машина была гордостью Андрея. Он тщательно следил за ее внешним видом, использовал любую свободную минуту для наведения абсолютной чистоты. Так и в этот раз, заехав за Ширвинтом, который жил в гостинице, Андрей принялся протирать запылившиеся стекла машины. Такую пробирку, в которую как дыхнешь сразу, видно, пил человек или не пил. А если пил, лишают прав. Правда? О, моя умница. А я поеду все равно. Симочка, это же не пляж, что ты ложишься же полировкой. Чистоплюй был патологический. Если я садился в машину с трубкой, для него это была пытка. Это умоляю, только ничего. Ну, ты, у меня же не сыпет. Я насыпишь обязательно. Все время протиралось за мной, всегда все протиралось. И вот мы поехали, значит, на Андрюшном этом БМВ, трасса Йормала-Рига. Все напоминает за границу. И колонка такая. И он, значит, я помню, мы остановились заправиться, помню, солнце уже, значит, полузакатывающее. Он совершенно в очередной раз выстиранной головой, которую он тоже стирал круглые сутки, развиваясь этой шикарной шевелюрой в каком-то легком, значит, кимоно, он бежал от колонки к этой, значит, будке платить. И вот я помню, он бежал, я тут бежал, делал рукой в чудном настроении. Вот такой был, значит, такой был день, который не предвещал, ну, хоть настолько. Знаешь, бывает, что-то вчера плохо себя чувствовал, что-то сегодня голова. Ничего. Ничего. Итак, перед спектаклем ничто не предвещало трагедии. За кулисами царило радостное оживление, настроение было у всех прекрасное, конец гастролей, впереди отпуск. Все обменивались планами. Андрюша, а ты куда поедешь? В Голландию. Ларка уже купила билеты. Когда едете? Да где-то в 20-х числах вернусь из Шауля и вперед. Прозвенел звонок. Он возвестил о начале последнего спектакля в жизни Андрея Миронова. Все! Ну, я ротозей! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным. Берите пример с меня. Прелестно, никаких сомнений, к счастью. Все мне уже безразлично. В этот вечер совершенно неожиданно для себя среди зрителей «Женитьбы Фигаро» оказалась дочь Андрея, Маша Миронова. Ее мама, актриса Екатерина Градова, купила билеты на концерт Геннадия Хазанова, и они должны были идти туда. Почему-то в последний момент Маша передумала и решила идти на спектакль к отцу. «Женитьбу Фигаро» она смотрела множество раз, все роли знала наизусть, и тем не менее, она снова сидела в зрительном зале. По антракте Маша зашла в гримерку к отцу. Они немного поговорили, но раздался звонок, и Маша вернулась в зрительный зал. Спектакль близился к концу. Миронов, как и всегда, играл вдохновенно, блестяще, вызывая восторг зрителей. И мог ли кто-нибудь подумать, что его слова «Прощайте, матушка» станут не сценическим, а реальным прощанием? Прощайте. Прощайте, матушка. Прощайте. Вот именно в этой финальной сцене спектакля граф, пытаясь разоблачить неверную жену, оказывается в дурацком положении. Появляется Фигаро. Зритель уже предвкушает его финальный монолог. А не связана ли эта особа другими обязательствами, которые вам лично слишком хорошо известны? Да. Мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил,
То ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне. И вдруг у Андрюши, значит, идет на этого графа, и так как-то полуулыбается. Я думаю, знаешь, все-таки финал спектакля, и такие импровизации в разрез действия, что-то многовато. Вот он так подходит, взялся в беседку, и там говорит: Шурка, голова. Я так понял, он бледный совершенно под гримом, так совершенно глаза сошлись. И, значит, я так его полуобнял, и я чувствую, он оседает. И, значит, уже выкрутиться невозможно, потому что уже весь зал понимает, что это уже не шутки, и не импровизации, и уж не действия в всяком случае. И я его просто на руках вношу в кулису. Подхватывая Андрея, Ширин успел крикнуть занавес. Потом со сцены объявили: извините, Андрею Александровичу стало плохо. Нет ли в зале врача? Из зала поднялись несколько человек и прошли за кулисы. И там все сгрудились вокруг Андрея, который лежал на длинном столе. Стол был весь в искусственных цветах, приготовленных для финала спектакля. Ощущение было жуткое. Андрей еще живой, а словно уже и нет. Никто, включая врачей, оказавшихся среди зрителей, не знал, что нужно делать, как помочь Андрею. А он, видимо, еще оставаясь в сознании, шептал: голова. Болит голова. Кто-то из лучших побуждений вложил ему в рот нитроглицерин. Кто мог знать, что произошел разрыв артерии, и прием сосудорасширяющего лекарства мог только усугубить объем кровотечения. Кто мог знать? В клинике нейрохирургии, куда в половине 12 ночи привезли Андрея, были только дежурные врачи. Вскоре туда подъехал московский нейрохирург, давнишний друг семьи Мироновых, Эдуард Кандель, по невероятному совпадению оказавшийся в Риге. Как вспоминала потом Аросева, они нашли Канделя в гостинице Совета министров Латвии. Узнав о случившемся, он вместе с коллегами сразу же поехал в больницу, хотя все они думали, что ничего серьезного с Мироновым не произошло, а эта паника — лишь актерские эмоции. Четыре человека, как сейчас помню, этих академиков, включая Канделя. И мы поехали туда, и они, значит, вальяжно, академически разговаривали что-то. Потом приехали, вот, и помню, мы, значит, пошли, им дали белый халат, и все. Пиетет, ну, такие светила, да еще ночью. И они в этом милом вальяжном разговоре туда вошли. Вот, я остался, если туда не пустили. Вот, и прошло буквально минут 15, и они оттуда вышли. Вот я лица их до сих пор помню, как они вошли. Да, ну, конечно. И как они вышли совершенно остановившимися лицами. Был поставлен диагноз аневризма. Разрыв сосудов головного мозга. Произошло обширное кровоизлияние между полушариями головного мозга. Немедленно начались реанимационные мероприятия. Чтобы предотвратить остановку сердцебиения, была проведена вспомогательная операция. Затем в течение 2 суток продолжались искусственно поддерживаться кровяное давление и дыхание. Но все это не вернуло Андрея Миронова к жизни. В мозгу наступили необратимые разрушения. Там же они сразу строили это вот консилиум, оперировать, не оперировать. И пришли все-таки к выводу, что не оперируют, потому что, как говорил Кандель покойный, даже, говорит, если бы, вот предположим, там 5%, что он спасется, но все равно будет не человек. Знаешь, опасность какая. Андрюша, при том, что такое, вдруг, если при этом 5%, и вдруг он возникает в совершенно нечеловеческом качестве.
мы сидели у Марьи Владимировны, и там как бы все время раздавали звонки из больницы, и то Кандель, то Гриша Горин, который тоже отдыхал в это время там на Рижском взморье с Любочкой Гориной, с супругой. А он врач, ведь Гриша по первому своему образованию, по первой профессии. Вели репортаж, звонили Марье Владимировне, но ничего утешительного сказать не могли, кроме того, что сердце, легкие, как бы так работает, а мозг отключен. Она молила Бога, чтобы он в любом состоянии, но остался жив. В истории болезни Андрея Александровича Миронова, хранящейся в клинике нейрохирургии в Риге, записано следующее. У пациента несовместимые с жизнью повреждения головного мозга. И зафиксировано. Время смерти 5 часов 35 минут, 16 августа 1987 год. Он был до 16 числа, до утра, до раннего утра. А в 6 утра они отключили, даже до 6, 16 числа отключили, потому что поняли, что... Ну, поняли, что не будет жить 16 утром. Этим же вечером 16 августа Андрей Миронов должен был выступать во Дворце культуры в Шауле. Билеты на его концерты были все проданы. В связи с отменой концерта администрация дворца предложила зрителям вернуть билеты и получить назад свои деньги. Ни один человек билеты не сдал. Там же в Шауляе есть уникальная гора Крестов. Единственная в мире. Она никогда не была местом захоронения. Но в знак глубокого почитания и любви к Андрею Миронову жители города поставили ему на этой горе. В Москву решено было ехать на машинах по Рижской трассе. Андрея везли в Рафике скорой помощи. Впереди на своем «Жигуленке» ехал близкий друг Андрея Григорий Горин. Сзади БМВ Миронова, в котором сидели его друзья. Шоссе Рига-Москва, по которой мы последний раз везли Андрея. И на этой трассе вот стали выстраиваться люди с цветами, просто, так сказать, печальными лицами, со слезами. И что меня особенно поразило, с аплодисментами. Когда мы приезжали, вдруг люди аплодировали. Я сначала вздрогнул, думал, какая-то несуразица. Потом узнал, что, оказывается, существует такое негласное правило провокать артиста. Знаете, как генералов. Генералам салют, артистам прощальные аплодисменты. Так что это шоссе было последней гастрольной поездкой Андрея. Давайте остановимся на секунду и попробуем понять, что, собственно, произошло. И был ли тот день, 14 августа 1987 года, в жизни Миронова предопределен? Можно было ли избежать трагедии, что-то предпринять, избежать ее вообще? Может быть, в данном случае, когда мы говорим о смерти Миронова, мы найдем ответ, если несколько иначе рассмотрим события того трагического вечера. И давайте еще раз отмотаем пленку на 24 часа назад. Итак, за сутки до трагедии Андрей возвращался из Риги с сольного концерта. Он очень устал. Уже неделю каждый вечер он выходил на сцену, выкладываясь полностью. Иначе он не умел. Андрей вообще никогда не позволял себе расслабиться. Считая это непозволительной роскошью, он работал на износ, концерты, спектакли, встречи со зрителями. Мог ли вынести такую нагрузку? Неделю назад Андрей узнал о смерти Анатолия Дмитриевича Попанова. Тогда он неожиданно сказал фразу, о которой впоследствии вспоминали все, кто в тот момент был с ним рядом. Когда умер Анатолий Попанов, нам сказали, мы все,
куда-то собирались. Мы все стояли одеты, что-то, то ли они ехали на спектакль. Ну, мы все были в номере у Шуры, по-моему, Ширвинда. И Андрюша совершенно сначала онемел, так стоял, потом сказал: а кто следующий? Зачем он спросил, я не знаю. И через 9 дней не стало Андрюши. Мы снова вернемся к тому вечернему разговору с мамой. Тогда он пожаловался ей, что опять прибавил в весе. Она с детства беспокоилась о его здоровье. Маленький Андрюша часто болел. Однажды в Ташкенте он чуть не умер от дизентерии. Мать и няня выходили его с трудом. Голодные военные годы, пришедшиеся на раннее детство, после войны родители стремились восполнить с лихвой. Благодаря усиленному питанию Андрюша очень скоро набрал вес и стал симпатичным, упитанным мальчишкой. Со своей склонностью к полноте он будет бороться всю жизнь, прибегая не только к традиционным методам. И, может быть, это станет еще одной причиной того, что случилось 14 августа 1987 года в Риге на сцене оперного театра. На самом деле считается, что любая тяжелая физическая нагрузка, эмоциональный всплеск, сопровождающийся повышением артериального давления, может провоцировать повторные кровоизлияния. Поэтому не исключено, что и интенсивная его физическая нагрузка, игра в теннис, так же, как и эмоциональные всплески во время игры в постановке, могли провоцировать повторные кровоизлияния. У Андрея Миронова аневризма была врожденной, причем наследственной. И отец Александр Минакер, и сестра отца скончались в результате аневризмы. Как утверждают врачи, с таким заболеванием в принципе нельзя быть актером. Во время выхода актера на сцену у него мгновенно поднимается давление. Это медицинский установленный факт. Аневризма же еще больше провоцирует активность кровоточения в сосудах и создает опасность разрыва этих самых сосудов. Ну, ведь тогда в нашей стране не было вот этой вот такого серьезного обследования по поводу аневризмы. Даже было, мне говорили, но это очень была опасная какая-то тоже оперативная. Надо было вмешиваться в сосуды головного мозга, надо было давать подписку, что, значит, никто за это не отвечает, если что-то произойдет. Ему сказали вот после этой болезни 1978 года, что ему бы надо было повнимательнее быть к себе. А кто из нас вот нам сейчас скажет, будь повнимательнее к себе? Что мы сейчас будем внимательнее к себе, тем более при такой болезни? Впоследствии же мы узнали, что это аневризма. А при аневризме, оказывается, нельзя быть актером. Как произошло все это? Кто обрушил все эти страдания на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, из которой сойду, сам того не желая. Но если бы Андрей с самого начала знал об этом, отказался бы он от своей профессии? Думаю, вряд ли. Он был актером во всех проявлениях. Это было его призвание. Сцена была его жизнью. Вспомним, ведь он и на свет-то появился почти на сцене. Тогда, в марте 41-го года, Мария Владимировна, исполняя миниатюру «Жестокая фантазия», почувствовала схватки. Срочно вызвали скорую помощь, которая везла ее в роддом, где и родился Андрюша Миронов. Он родился на сцене. По сути, на сцене. На сцене он и ушел из жизни. Диапазон театральных ролей Андрея Миронова был огромен. Герои-любовники, комедийные персонажи, романтики, трагические герои – все эти роли в исполнении Миронова были шедеврами. Не раз он пробовал себя в режиссуре. В последний год своей жизни поставил спектакль «Тени». Но его постановка была полностью раскритикована в театре. Андрей очень тяжело это перенес. В кино, как ему казалось, ему повезло еще меньше.
В основном ему предлагали роли достаточно однотипные, как правило, комедийные, а он был актером разносторонним, хотел играть трагические роли. Правда, следует отметить, что именно комедийные роли принесли Андрею Миронову всенародную славу. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Думаю, он не болел звездной болезнью, просто он был достаточно деликатный и культурный человек. Только поэтому. Он мог терпеть невероятное какое-нибудь хамство на улице. Но однажды был случай очень смешной, когда мы приехали в дом отдыха Воронова с дачи, где дача родителей была Андрюшиных. Мы приехали к своим знакомым, вот к тем Гершманам, которые там отдыхали. И мы входим в холл, сидит женщина там в ресепшн. И мы говорим: скажите, а вот где Гершман в каком? Она говорит: ваши документы. Он говорит: дом отдыха, какие документы? Документы ваши. Никогда Андрюша не говорил, что он Андрей Миронов. Он топтался, смеялся, что такое, шутил. Что... Он говорит: ну, в конце концов, ну, я же Миронов. Она говорит: я вижу, что вы Миронов, но ваш паспорт... И вот тут он сказал: а не пошла бы ты вся уже далеко. Это был единственный момент в его жизни, когда он дал звезду. Я бы сказала так. Но просто она вынудила его. Публика, то есть зрители. То есть мы с вами бываем разные. И при всей нашей огромной любви любому артисту, в том числе Миронову, приходилось терпеть не только проявление нежности, но и хамство, и понебратство, и прочие прелести оборотной стороны медали всенародной славы. Надо признать, что среда, в которую попадает знаменитый актер, выходя за стены театра, бывает достаточно агрессивно. Мы выходили из гостиницы в Юрмале. Дошел человек абсолютно пьяный, вот просто. И что-то стал говорить, там, слышь, ты Миронов, дай там автограф. А мне почему-то это оскорбило, все. Я стала там закипать, говорить: как вам не стыдно, что-то такое. Ну, папа сказал: тихо-тихо-тихо. Достал носовой платок. Потому что больше ничего не было, человек был абсолютно пьяный. И спорить с ним было бесполезно. Расписался и подарил ему свой платок. Вот. То есть и как-то эту историю так замял, и так как-то, что это было для меня показательно, в смысле не вступления в конфликт. Итак, все сконцентрировалось в последние 24 часа сознательной жизни великого актера. И переживания от принятой театром его режиссерской работы, и страшная усталость в результате огромной нагрузки во время гастролей, и нелепая игра в теннис, и жара, и незажившая душевная рана, вызванная смертью Анатолия Дмитриевича Папанова, и участившаяся головная боль, болезнь, когда-то упущенная врачами, настойчиво напоминала о себе. Наверняка Андрей думал, что, быть может, он следующий, но об этом ни с кем, даже с самыми близкими, не хотел говорить, никого не впуская в свой маленький, замкнутый внутренний мир. Мы были с ним в каком-то, соборе. До этого. Вот. И он человек совершенно ненабожный, и больше верящий в приметы, чем во Всевышнего. Вдруг там был прекрасный органист, он играл нам вдвоем, мы там были вдвоем, тоже, естественно, не очень трезвые, но почему-то он страшно там погрустнел, расчувствовался и
чуть ли не плакал, сидел в этом храме. И вот что такое? Вот что-то такое на меня так подействовало, ты знаешь. Вспомним слова Ларисы Голубкиной о сосредоточенном выражении его лица, которое врезалось ей в память. Чем он так серьезно занимался в машине в тот момент? Он собрал все кассеты, которые были в машине, положил в пакет и завязал. Почему, не знаю. Вот именно в этот день. И вот это сосредоточенное лицо было, оказывается, он собирал, складывал все кассеты. Уезжать он еще не собирался. Он должен был 17-го поехать в Шауляй. Они должны были поехать на концерт. И все равно им нужна была эта машина. Они поехали на этой машине. И все равно им нужны были эти кассеты. Но их почему-то он собрал и завязал. Или в тот момент он уже все знал. И, может быть, даже понял, что кассеты ему больше не будут нужны. Кто знает. Позднее дочь Андрея Миронова, Маша, вспоминала о разговоре с ним во время антракта. Увидев отца в гримерке, она спросила: «Что у тебя с лицом?» Он ответил: «Немножко на солнце перегрелся, переиграл в теннис, ничего страшного. Беги в зал». Скорее всего, в этот момент головная боль была настолько сильной, что скрыть ее даже от дочери было невозможно. Но он артист, и он должен был довести спектакль до конца. Потом, после трагедии, когда скорая везла его в клинику, и сознание моментами к нему возвращалось, Андрей шептал слова из последнего монолога «Фигаро». Я? А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения. В минуту опасности я оратор, когда мне хочется отдохнуть. Тогда я поэт. Удивительно, но по какому-то странному совпадению в эти дни в Ригу и Юрмалу приехали все. Все, кто был с ним близок. Друзья, родные, мама Мария Владимировна, жена Лариса с дочкой Машей. Его первая жена Катя Градова с дочкой Машей. Гриша Горин, Ян Френкел, Аллочка Сурикова. Как странно. Они редко собирались вместе, но почему-то приехали в этот раз все. Какое странное, трагическое совпадение. Мы многое упрощаем, мы многое теряем, мы на многое не обращаем внимания. Может быть, не из-за бессердечия своего, а может быть, в суете этой суетной жизни мы упускаем моменты одно за другим, одно за другим, одно за другим. И потом все это складывается в великую потерю. Андрюш действительно был очень одинок. Но мне кажется, что вообще настоящий художник и должен быть одиноким. Но он был глубоко одинок. Глубоко. Странное, незнакомое мне состояние. Отчего так бывает? Те, кто кажется нам сумасшедшим, оказываются самыми нормальными людьми на Земле, теми, кому дано понять других.